Слава. Да, да. Слава Богу. Я теперь спокойна за судьбу Англии. Дорогая, поздравляю. Генри, и у меня есть для тебя свадебный подарок. Помнится, ты говорил о добровольце. Ты его нашелся. Это наш фармацевт, мистер Саймон Страйк. Сэр Генри, я от всей души поздравляю вас. И мисс Эмма, позвольте мне быть вашим лабораторным хомячком. Я надеюсь, прилежным учеником. Вы великий и ужасный доктор Джекил. Поздравляю. Эмма, дорогая, я так рада за вас, Дэвис. А верно ли, как сказал мистер Страйт, это будет интригующая церемония, почище фейерверка. Все. Возлюбленные дети мои, мы собрались здесь перед лицом Господа нашего, чтобы сочетать жениха и невесту священными узами брака. Если кто-нибудь из вас может указать причину, по которой этот брак не может состояться, пусть сделает это сейчас или никогда. Генри! Какая боль! Генри! Генри! Сделай!